Coffee cups and cigarettes laying round the room. I don't mind a little mess, just wanna stay with you. And we'll do anything that we want today. Won't be scared of falling down no more. So take me away to some other place. Всем привет! С вами, как всегда, я, Ксюша. И согласитесь, что этот весенний декор комнаты уже порядком всем поднадоел. Поэтому его пора сменить. Именно этим мы сегодня с вами и займемся. Ну а перед тем, как я покажу вам, как я задекорировала эту стенку, я хочу вам сразу предложить подписаться на мой канал, чтобы не пропускать дальнейшие видео, а также переходите по ссылке в описании и подписывайтесь на мой второй канал, куда я выкладываю различные видео из своей жизни. А, кстати, сейчас я выкладываю туда недельный влог, так что я думаю, вам будет интересно узнать, как я живу. А теперь приступаем к видео. Я решила сделать декор с пончиками. А для начала я решила сделать гирлянду из пончиков. Сделать такую гирлянду очень просто. Старый диск я обвела на бумаге для черчения, вырезала и покрасила в золотой цвет. Цветную глазурь я сделала из цветного картона, но можно взять и бумагу. Края вырезаем произвольной формы. Приклеиваем нашу глазурь на пончик. Осталось сверху украсить цветной посыпкой. На три пончика я наклеила полосочки, также вырезанные из цветной бумаги. А на три других пончика маленькие кругляшки, которые сделала дыроколом. The sun shining all the way, each and every step we take. And we ain't scared to make some noise, and keep until the morning light, 'cause don't you know the city never sleeps, never sleeps. At night, would you say yeah? Теперь на обычную шерстяную ниточку я приклеила пончики на небольшом расстоянии друг от друга. Наша гирлянда из пончиков готова. Еще я решила сделать такие мягкие и классные подушки. На них я спать, конечно, не буду, они просто будут украшать комнату. От старой белой простыни я отрезала прямоугольник и сложила его в форме квадрата. Боковые части и часть низа я склеила клеевым пистолетом. Но не люблю я шить, тем более здесь я затратила буквально 5 минут. Через небольшую дырочку я вывернула подушку и внутрь положила газету. Теперь я рисую большой и маленький круг, чтобы получился пончик. Теперь можно раскрашивать. Здесь нам понадобятся акриловые краски. Когда краска высохнет, не забудьте прогладить подушку с изнаночной стороны горячим утюгом, чтобы краска дольше держалась. Но внутрь обязательно подложите бумагу, а то может отпечататься. Для украшения пончика я нарезала тоненькими полосочками фоамиран и приклеила его на горячий клей, но можно воспользоваться двусторонним скотчем. Осталось набить подушку и заклеить край. Вторую подушку я украсила просто полосочками из фоамирана.
подарили нам мальчики в школе на 8 марта маленькие вазочки. Вот я и решила украсить вазочку в виде пончика. Покрасила ее белой, а сверху розовой краской и украсила маленькими полосочками из фоамирана. Положила бумагу и мягкую губку. В губку воткнула готовые розочки из фоамирана, которые сделала заранее. Бутылку из-под вина я покрасила белой краской и поставила в нее мои золотые веточки от прошлого декора и украсила розочками. Декор у меня получился. А если вам понравилось это видео, то ставьте опа-опа. А если вам понравилось это видео, то ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал. А с вами, как всегда, была Ксюша. Всем пока-пока!